Всем привет, с вами интернет-магазин Kato.ru. В этом обзоре хочу рассказать про пилку Felk 600. Раскладная пилка. Поставляется она вот в таком коробочке пластиковой. С другой стороны у нас идет инструкция. По размерам это у нас 160 мм в само лезвие. В основном используется эта пилка до 50 мм, то есть до 5 сантиметров. Мы обрезаем побеги, либо стволы деревьев. Ручка здесь эргономичная. Металлическая защелка. Настоящее швейцарское качество. Сделана эта пилка в Швейцарии, но само полотно изготовляется в Южной Корее. Почему? Потому что все полотна сейчас для пил изготовляется в Южной Корее, для этого у них есть специальное производство. Обозначено направление пиления, то есть мы пилим к себе. То есть зуб, это специальный японский зуб, который работает только именно по направлению к себе. На каждом зубе у нас идет трехсторонняя заточка. Трехсторонняя заточка, то есть эта пила очень острая, очень она удобная и компактная, то есть мы убрали пилку к себе в карман джинс, вышли в сад, достали, что-то нужно отпилить, разложили, отпилили, обратно убрали. Очень удобно. Пилка. На самом деле можно менять само полотно. Здесь обозначен артикул 60/3, но, как показала практика, люди не покупают эти полотна, они в основном покупают полностью пилу, потому что полотно оно стоит практически как 90% самой этой пилки. Поэтому проще купить пилку новую с полотном, чем заморачиваться и покупать вот пилку в отдельности. Так что покупайте эту пилку в интернет-магазине kado.ru. Покупайте лучше, а про остальное забудьте.